Славянские студенты стали донорами крови, приняв участие в акции «Капля крови ради жизни». Акция проводится для привлечения первичных доноров в рамках реализации государственной программы развития добровольного донорства. В акции приняли участие более 60 студентов филиала КУБГУ и Славянского сельскохозяйственного техникума. Я очень долго ждала эту акцию для того, чтобы сдать кровь, помочь другим людям. Я очень рада, что это совпало с тем, что сейчас проводится акция «Капля крови». В городе работала мобильная станция переливания крови из Краснодара. Славянские студенты сдали в банк крови для нуждающихся более 25 литров крови.